Дорогие друзья, всем привет! С вами передача «Покашеварим». Если вы меня спросите, какую посуду я больше всего люблю на кухне, я вам отвечу, я больше всего люблю вок. Это моя любимая кастрюлечка, в которой я могу готовить практически все, что захочу. И именно поэтому сегодня у нас блюдо для вока. А блюдо это называется, в общем-то, по названию ингредиентов, которые в него входят. Креветки с чесноком и луком-резанцем. Ну, конечно, там входит еще несколько продуктов. Сейчас я вам расскажу. Значит, вот что нам пригодится для этого блюда. Ну, креветки, естественно. Креветки лучше купить не розовые, которые уже сваренные заранее, а вот такие вот натуральные зеленые креветки. Лучка нам потребуется немножко. Это вот такой тонкий лук. Один зубчик чеснока. Растительного масла чутка. Соль и молотый черный перец. Совсем немного соевого соуса. Итак, давайте сделаем с вами это потрясающее блюдо. Чеснок и лук мелко режем и смешиваем с растительным маслом. Креветки очищаем, оставив хвосты. На спинках креветок делаем надрезы вдоль, чтобы креветки раскрылись, когда мы их будем жарить. Выложите смесь масла, чеснока и лука в разогретый вок. Добавляем туда креветки и жарим 2 минуты, постоянно помешивая. Солим, перчим, приправляем немного соевым соусом. Выкладываем на тарелку и украшаем несколькими перьями лука-резанца. У нас получилось очень быстрое, вкусное и очень практичное блюдо, приготовленное с помощью вока. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока, до новых встреч!